А тут какая заводная просто музяка. Там гопники в адидасах стоят. Хоть бегать умею. Так, окей, я могу потыкать. Да стоп! Да кто? Погоди, 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 я хочу... Ну сел, бля, чё, садись, бля. Что, бля? Что за трэш происходит? А вы кто? Вот нас тоже надо убить. Почему? Почему столько всего много? Почему все кричат? Всем доброго времени суток, друзья, с вами Валерий, и мы начинаем рубрику «Игры до 50 рублей», Навальный. Я даже не знаю, как это назвать, короче, это... Все знают игру, короче, ПБГ, вот, это типа, короче, русская версия. Я не знаю, я 100% уверен, что это какой-то трэш, но... Не знаю, она мне попалась, короче, на глаза, решил ради прикола ее установить и посмотреть, что это такое. Называется она Russian Battlegrounds. Блин, музыка-то громкая, я не знаю, слышно меня, нет. Вот. Это какая заводная просто музяка. Там гопники в адидасах стоят. Жесть, короче. Просто в самом начале просто трэш такой. Это просто жесть. Я даже не представляю, что будет дальше, короче. Это вообще пипец. Окей, смотри, здесь есть, короче, играть просто. Есть инвентарь, карьера. Давай посмотрим инвентарь, короче. Валерия Ховуси, понятно. Это типа я, короче, да? Найки. Так, тяжелое оружие. Хардбокс какой-то. Хардбокс это магнитофон, короче. Тяжелое оружие. Давай, короче, у меня будет, короче, магнитофон. Макароу. Это что? Фингер. Пальцы, короче. Медленные пальцы написано. Короче, звание. Здесь можно зарабатывать звание. Окей. Макароу и магнитофон у меня есть. Так что давайте карьеру. Окей, карьера. Звание, понятно, разблокированное. Виапон Спецел. Макароу. О! Токарев, смотри, есть. Наган. Мини-УЗИ. АК-47, короче, супер шотган. Это гукстволка, да? Балтика 9. Нормально. Винторез. Окей. РКМ. Мосин. Ага, РПГ. Окей, и, смотри, они по званиям даже отличаются, короче, я не знаю. Что-то можно, короче, взять. А, это ничего нельзя брать. Это ничего нельзя брать с собой. Понятно. Разблокированы звания. Короче, понятно. Карьера. Окей. А где начать-то? А где начать? Я что-то не понимаю. Карьера, это понятно. Карьера, а где начать? Не работает ничего. Ладно, давай попробуем играть. Создать лобби, обновить. Это так же, короче, как мультиплеер, я не знаю, не мультиплеер. Так, создать лобби. 16 игроков, ультработы. Имя лобби. Окей, 16 игроков, ультработы. А если... Давай ультработы, я не знаю, 32 игрока, попробуем. Интер покинуть, фикс... Я не понимаю, короче, как начать играть в этот трэш просто. Это тупая жесть, короче, старт, что-то... Я тут один, мне тут играть не с кем, короче. Понятно, так, покинуть. Окей, давай создать лобби, имя лобби. Создать. Ух ты, и значок мой даже появился. Ну, кто где? Ну, кто где?
Старт, старт, старт. Здесь будет народ или нет? Или вообще в эту игру никто не играет? Это жесть. Можно просто с ботами поиграть? Здесь чисто... Куда у меня убежала, короче, моя эта? Жесть. Это просто жесть. Покинуть, начать... Как начать играть? Как начать играть? Есть здесь кто-нибудь? Здесь кто-нибудь? Не понимаю, короче. Я просто, я тупо не понимаю, как играть. Старт. Понятно. Старт. Я хочу хотя бы просто взглянуть, как она, как что это, как короче, как это выглядит, как что это. Покинуть. Ой, а тут что-то все поменялось, смотри. Так, ладно. Давай я, не знаю, я могу что-нибудь выбрать-то, нет? Здесь, допустим. Разблокированное звание. Как не заработать звание, если... Если ничего не сделать. Так. О! Игра загружается, подождите. Не закрывайте ее. Окей. Долго-долго мучаюсь, что-нибудь получилось, короче. Игра теперь загружается. Теперь сколько она будет загружаться, непонятно. О, короче, игра загрузилась, я лечу... Игра загрузилась, я лечу на шаре... Серпом и молотом, короче. Музыка вообще просто отпад. Здесь саундтрек вообще. Я просто в шоке от саундтрека, от самой игры. Просто это полнейший трэш. Давай, спавним. Я лечу, короче, с розочкой в живых 16 нас. А чё я так медленно хожу-то? Ой, я хоть бегать умею. Так, окей, я могу потыкать. Да стоп! Да кто? Стоп! Кто? Лус! О, у меня есть Макаров! Ну-ка, давай-ка! Тебя тоже... А чё за так громко-то? Меня собака сожрала! Что, блин? Киллит баймот! Так, окей, а как мне продолжить? Покинуть можно. Погоди, блин, я покинул игру. Погоди, создать. Как теперь, как у меня получилось, короче, запустить игру, погоди. Как у меня получилось запустить эту самую игру, что это было сейчас? Это просто дичь. Покинуть. Чем здесь все меняется? Я такой трэш просто. О, там видел, промелькнуло, короче, старт. Там промелькнул старт. Тут промелькнул старт, короче. Так, надо, короче, вот так вот перезагружать, и все будет нормуль. Короче, у меня снова получилось ее запустить, я не знаю. Что-то вообще просто какой-то трэш произошел. Я даже не заметил, как, что и как, что произошло. Окей, так, у меня есть... О, погоди, я хочу... Ну, сел, бля, че, садись, бля. Что, бля? Так, собаку, убери, собака. О, я собаку убил. Погоди. Да умри ты. А чё они так, а чё? Медведь. Что за трэш происходит? А вы кто? Вас тоже надо убить.
Почему столько всего много? Почему все кричат? Отлично! Я убил его! Собака! Меня в прошлый раз собака съела. Так, я что-то... Медведи! Удет, короче! Что за трэш происходит? Я не понимаю. Короче, фишку я понял, как надо это, вот ультработа и создать, короче. Все, и можно старт. Подготовка. Вообще просто трэш. Давайте еще пару раз, короче, не знаю. Видос короткий получится, но за этот короткий видос можно увидеть многое в этой просто игре, в этой трэшовой игре. Это ПБГ, короче, по-русски. ПБГ по-русски. Ты видел там медведи? Какие-то собаки или волки, кто это? Короче, непонятные люди бегают, короче. Непонятные фразы кричат. Погоди. Я вот хочу... Ты чё? Откуда эта вся музыка? Почему я Макаровым не могу убить чувака? What the fuck тут происходит просто? Это лютый трэш, я не... Почему здесь столько музыки? У меня просто слов нет от этого трэша. Я просто слов... Во-во! Вот у меня вот такое же сейчас состояние, как у этого чувака просто. Я не понимаю, давайте еще раз, короче, и хорош. У меня бедные мои уши. Погоди, я сейчас сделаю громкость, короче, вот так вот поменьше. Поменьше громкость, да, вот. Потому что просто трэш, я не знаю, у вас как будет. Я не знаю, вообще меня там слышно или нет, я просто не понимаю. Я знал, что это трэш, как бы я знал, что это просто лютый трэш, но настолько лютый трэш, это нет. Я не думал. Я даже и не думал об этом. Макаров вообще чего? Задорнов? Я не просто так живу, бля, мне Всевышний дал мешавать жизнь, вот я и... Ой, я водяры выпил. И разум помутнел. Смотри. Ты чё, бля, моя жопа белее, чем твоего ебала, понял, да, бля? Да, бля! Это... У меня даже комментариев нет. Я даже комментировать не могу. Это лютую дичь просто. Почему он взорвался? Мой отец меня учил мучить нахуй людей. Ё. Так, патроны, да? А как вы? Рип. То у Дэд, то теперь Рип. Это просто жесть. Короче, друзья, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И в такой лютый трэш не играйте, это я просто дурак. Все, увидимся в следующих играх, в следующих рубриках, в следующих сериях. Всем пока.